Здравствуйте, друзья! Сегодня СМИ сообщили о смерти звезды сериалов Виктора Мелехова. Артист скончался во время съемок очередного проекта в Санкт-Петербурге. Судя по сообщениям в телеграм-каналах, Виктора Юрьевича нашли коллеги в его гримерке. Скорая помощь, которая приехала на вызов, сделать ничего уже не могла. Марк Горанок, который виделся с умершим буквально за несколько часов до смерти, дал комментарий журналистам. Цитата. «Я позвонил Виктору, и он сказал, что только закончил съемки в новом проекте. Добавил, что очень устал и собирается домой, чтобы выспаться. После этого я уже не смог с ним поговорить», – рассказал актер. Горанок сообщает, что вчера Виктор уже не брал трубку. Он пытался ему дозвониться домой, но к телефону никто не подходил. Только сегодня артист узнал новость, что друга не стало. Цитата. «Очень жалко Витю, он был отличным актером, отзывчивым человеком. Ему было почти 62, но он всегда казался молодым», – рассказал Марк. Напомним, первыми киноработами Мелехова стали работы в фильмах «Бакенбарды» и «Молодая Екатерина». Всего за свою карьеру он снялся в более чем 60 проектах. Среди них «Улицы разбитых фонарей», «Морские дьяволы», «Невский», «Ментовские войны», «Агент национальной безопасности» и многие другие. В течение 5 лет, в начале 2000-х, Виктор вел цикл ежедневных телепередач для детей на Петербургском канале «Сказки дядюшки Макея».